На своей малой родине, в поселке Пальцо Брянского района, проголосовала депутат областной думы Людмила Журавлева. Мы голосуем за будущее не только свое, за будущее детей, внуков и, скорее всего, и правнуков. Почему я голосую, все члены моей семьи? Потому что я с большим уважением отношусь к действующему президенту, доверяю ему. И все его предложения, считаю, что пойдут на пользу нашему государству, на развитие и общества, и экономики, и процветание нашего государства. Всем участникам голосования проверят температуру и продезинфицируют руки. Обязательно маска, перчатки, социальная дистанция, плюс индивидуальный набор с антисептиком и ручкой. Людмила Журавлева рассказала, ряд поправок особенно ценен для нее. Это, конечно же, о незыблемости территориальной нашего государства, чтобы в будущем ни у кого не возникало желания у нас отнять то, что принадлежит нам по праву. Ближе всего, конечно, мне поправка, та, которая стоит за семейные ценности, за то, чтобы у нас были обязательно и папа, и мама в семье, и никаких родителей под номерами. Первый день голосования показал хорошую явку, отметила председатель участка. В Пальцо 677 человек имеют право голоса. В первый день в урны для голосования отправилось порядка 100 бюллетеней. Активность хорошая, люди сознательно относятся к этому. Все-таки это решение важное для нашей страны, само голосование. Поэтому люди активны. Каждый из ней работает 3 ящика для голосования. Один здесь, на участке, другой на мобильном пункте во дворах домов и третий для тех, кто хочет проголосовать непосредственно у себя дома. После 8 часов вечера содержимое ящиков для голосования пересыпается в сейф-пакет и опечатывается. И так каждый день. И уже 1 июля после 8 часов вечера все сейф-пакеты окажутся неподалеку в школе, где начнется подсчет голосов. Андрей Мамошин, Денис Пашков, события, Брянский район.